следующая миссия «Охотник за монетами». Цель этой миссии — собрать как можно больше монет, точнее 5 монет, при минимальном движении. Чтобы было интереснее, наш учитель Сеник отравил нас ядом, и он начинает действовать, когда мы начинаем двигаться. Итак, цель этой миссии — цель миссии — собрать монеты путем написания функции из CoinClose. Если монета ближе, мы проверяем сначала расстояние до этой монеты, находим. Если расстояние меньше 20, мы возвращаем true, в противном случае мы возвращаем false. Mr. Nyub. Бесконечный цикл, в котором мы определяем ближайшее, точнее, наличие объектов item, если item есть. If coins closer item returns true. Если item есть, мы запускаем поиск дальше, то есть запускаем вызов этой функции. Если coin close item, мы сюда передаем значение true. То есть, если действительно она близко, герой двигается просто в эти координаты, где находится item. Item position, xlyric. А вот это coin, функция из coin close, определяет расстояние. Мы находим расстояние до ближайшей объекта. Если это расстояние меньше, чем 20, мы возвращаем true. Это у нас здесь true. И герой может переключаться в эту позицию. Если расстояние больше, то есть дистанс больше 20, мы возвращаем false, и тогда вот эта часть программы не исполняется. И как бы вот эта ветка просто ждет своего времени, пока не появится. Ну ладно, завершается и начинается заново цикл. Итак, пока не появится у нас достаточно близкий объект, чтобы его можно было взять. Проверяем. Идем дальше. Мистер Ньяб. Ну что ж, с этой миссией порядок, переходим к следующей.